Минтер – это крутой блокчейн, в котором можно создавать монеты, и он очень смахивает на Waves, но основной фишкой, как мне кажется, здесь является не скорость, хотя она здесь, конечно, больше, а именно то, что здесь можно класть монеты в делегирование, то есть в стейки, то есть под процент. Но в данный момент я вам хочу рассказать не об этом блокчейне, а о аирдропе, который он проводит, который проходит у нас в Телеграме. И здесь ничего сложного. Вступаем в Телеграм-бота. Видим, что здесь разыгрывается 500 тысяч бип, что эквивалент 3,5 миллионам рублей. Заходим в бота, жмем «Русский», жмем «Принять участие». Нам предлагают подписаться на один канал, нам предлагают подписаться на другой канал, и нам предлагают создать кошелек, собственно, этого минтера. Предлагают разные варианты. Я предпочитаю продвинутую консоль. Ну, на компьютере это так. Здесь вообще ничего сложного. Просто жмем «Сгенерировать» фразу, и нам дают сразу же наш кошелек. Ну и, собственно, фразу, которую мы никому никогда не показываем. Вставляем кошелек в бота. Ну вот, собственно, и все. Вы становитесь участником данного розыгрыша. Там, по-моему, первое место 150 тысяч бипов, второе место 100 тысяч, и там третье, четвертое, пятое, и 10 мест по 15 тысяч. То есть заработать тут можно, если победить, если встать в число этих победителей. И при этом вы заработаете, ну, очень-очень много денег. Конечно, они могут подставить каких-то своих подставных, но с другой стороны, не доверять этому проекту у меня язык не поворачивается, так как с первого аирдропа я уже здесь заработал где-то 15-20 тысяч рублей. То есть мне ли жаловаться, да? Хотя я там, в принципе, ничего не делал. Это я даже без рефералов заработал. То есть, если здесь еще получится выиграть, то будет вообще шикарно. Ну и вы здесь ничего не теряете, кроме 2 минут. Как видите, все очень просто. А за приглашение друзей вы получите 10 бипов, 1 бакс. Ну да, это 60 рублей, если продать сразу же на обменнике. Ну и заходим, сохраняем вот эту секретную фразу, никому никогда ее не показываем. С помощью нее вы сможете войти в кошелек. Жмем «Войти». Ну вот, собственно, кошелек. Если вы будете иметь какое-то количество бипов, то вам будут начисляться, скажем так, спам-токены, которые, в принципе, потом можно вот здесь вот в конвертации их обменять. Ну и делегирование, то есть если вы кладете монеты под процент, тоже здесь присутствует. Но на этом я не буду заострять внимание, потому что это тема для отдельного видео. Но если вы хотите, можете спросить в комментариях, я вам отвечу, расскажу, что и как. Ну вот, собственно, вот такой вот аирдропик. Всем удачи!